Всем привет, ребят, с вами я, Кира Найт. Ну что, у нас уже вечер, уже пол восьмого. Так, салатики я, кстати, резала все сама, принципиально резала все сама салатики, потому что я люблю сама резать салатики. Так, сейчас вам покажу. Значит, первый это стандартный оливьешечка. Еще без майонеза пока что. Там свеколку, потому что она очень сладкая. Я не захотела с чесноком. И она осталась от этого. От этого. Так. Это у нас кукурузный. Так, надо помешать, кстати. Вероника, можешь подать ложечку? Ой, простите. Салатик. Ну, сейчас мы, конечно, еще все украсим зеленушечкой. О, это будет еще вкуснее. Вот, это у нас мимоза. Кстати, ее давно не делали. Так. Вот она, сель под шубой. Посмотрите, какая красотища. Так, дальше у нас идут грибочечки. Это эти, я не знаю. А я тоже не знаю, как они называются. Ну, они как-то называются. Я не знаю, но они очень... опята. Опята. Так. Что там? Вот же моя любимая спаржа. О, что это? Это такое? Она очень вкусная. Я люблю спаржу. Спаржа. Так, а где еще одни грибочки? Ну, нам из этого только вот это. А какие на вкус грибы? Они такие хрустящие, я даже не знаю, как их. Я пробовала, когда мы жарили. Это совсем не все, это шампиньоны пробовала, это именно грибы. Это что такое? Это грузди. Грузди. Они вообще очень, они не такие, они не соленые практически вообще. А это корейская морковка? Ну да. Ну это для вкуса. Так, дальше. Не корейская морковка, что-то другое. А вам надо будет вареные колбаски нарезать? А, можно. Так, дальше у нас вот такой вот я. Это не корейская. Не корейская? Но обычная, как будто порезанная. Дальше я купила вот такой вот пастарма. Пастарма мяско, 313 рублей вот эта штучка. Я тоже хочу попробовать. Вот, значит, сейчас будем делать красную икру на бутике. Помажем маслицем сначала хлебушек. Так. И все вроде. А вон еще. Колбаску вареную, да? Стоит это. Газировка. Газировка. Так, ну это мы порежем. Это зеленушку. Чтобы она холодной не была. Зеленушку сейчас украсим. Так, газировка, значит, вот такая. Вот у нас есть тетя Груша. У нас есть лимонада вот Тархун. Еще вот тут стоит. У нас есть лимонадово лимонад. Лимонадово лимонад. У нас есть малиновый добрый. Угу. И у нас есть пепси. Уже на донышке. Ну и мы еще по это... На донышке и мем вставить. На донышке. Еще, конечно, вот мы порежем перчики, потом, значит, огурчики там еще сейчас достану, значит, помидорчики. Вот хлебушек у нас тут разные. Это вот просто хлеб. Злаковый зерновой и обычный батон. Еще, ребят, знаете, что я сегодня ела? Давайте вам покажу, сколько пельменей налепил дедушка. Еще у вас есть, смотри, ананасы. Это нам, в принципе, вот вдвоем с бабушкой. Вы это вообще ничего не едите. Это очень странно, конечно. Вот, у нас есть еще шпротики, тоже сделаем сейчас. Шпроты это я. Да? Вот столько дедушка сделал пельмешек. Я уже поела, сегодня целую чашку съела. И вот тут еще. Так что вот. Вот так вот это все выглядит. А что-то, по-моему, еще забыли. Что-то еще, по-моему, бабушки в холодной комнате стоит. Мы сегодня с бабушкой, можно сказать, вдвоем это будем все есть. Вот, потому что дети это они еще не едят. Они будут там другое. Вот, пить будем это все вместе. Сегодня без шампанского. Мы шампанское не пьем, мы вообще ничего не пьем. Вот. У нас как-то вот так вот будет. Я покажу сейчас. Шаман, что ли?
О, 9-го точно эту поет. Я просто стол тут сфоткал. Уходи, какой-нибудь бантик прицепите на волосы. Ну, нет, она не хочет. Если что, он уже пьет, нормально, да? Мама, нет, ты здесь фоткай еще. Сюда. А тут вон какая красивая есть. Ой, давай сделаем. Как раз красная, красная, да? Знаете, сами я пойду губы накрашу. Моего слушателя. А что? А кто, молодой какой-то? Молодой. Так, вот, ребят, все у нас по-простому, так что... А кого? Очень по-простому. Ну да, перед... Нет, весь мир. Нет, ну я не иду перед кем делаться. Там всякие, знаете, канапешки делать. Это ладно, когда гостей зовешь, полный дом. А мы, блин, мы по-семейному все. А, конфет вон где-то еще вазочка. Мы все по-семейному. А, все обычно. Нас всего четверо. Вероника, Вика и я. А, бабушка. И я. И я. Вот, так что... Ну, время еще 9 только. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Давай, давай, тебя. Ой, чё? Да я как же. Вот это есть у меня. А жизнь вот так ложится на отцовское место, да? Она же на его же месте, да, на подушке. Он когда приходит, говорит, ну-ка давай двигайся, она переползает к стенке. Ну, как человек прямо. Да. Давай, говорит, двигайся. Можно? А, давай я на стульчик, ой, сюда садись. Давай, давай. Я тут посижу. Да я тоже, ну ладно. Тут не плохо. Ой, а как под середки положить, а? А, так ложку? А да. Как? Нам до конца листья надо. Так что-то с краешку совсем там. Ну, больше зачеркиваю. Ну это как надо, я вам когда вот начнем говорить, его покажут. Причем делаем какой салат-то? Не, я пока сейчас. А я сейчас. А, это Витин чуть ниже. Это твой? Да. Я не успела туда залезть. Ой, я же мимозу хотела первую. А я наоборот накладу все, но мимозу не буду, наверное, пока. Вообще не помню, куда я гренели. Немножко вот это подъем потом. Забыла, где у меня тут звук, так тут запутаешься. Это кто? Это никто не поймет, просто человек какой-то. Ну, я не знаю. Вероника, ты тоже играл? Да. Назвали, да. Да как они грибули, наверное. Там поет какой-то. Ну, давайте подчеркнемся. За наступающим. Старые еще продолжают. Ну, а я его видела. Он в улице играл, как полицейский. Да он вообще где-то еще играл. Ну, да, вот в таких часах. Может, в Бэби-карте такой. А, в Бэби-карте такой не сел. Я сказал, в Бэби-карте. А что за Бэби-карте?
часто бывает. Смотрела? Да что ты? Россия, в этом слове вся. Да, я не знаю слова. Ой, я думала, это шаман, а это не шаман. А вообще веселых песен, ребят, вообще нету. А, вот сейчас была я... Какой момент будет, мама, врубай? Все с новым 2024 годом. Ура, ребята, ура. Вдающийся поп-звезда мировой музыки.